В нашей студии появился гость, я готова его представить. Это Максим Покатаев, пресс-секретарь волонтеров Победы в Республике Крым. Доброе утро. Доброе Максим, утро. Ну, первый и самый главный вопрос. Как началось ваше утро нового дня? Утро бодро началось. Ничего, что хорошего подъема. Ну, так тоже бывает. Так полагаю, что волонтерам Победы не привыкать рано вставать. Да, приходится. У вас на груди такая прекрасная нашивка. Могли бы вы рассказать о символике этого значка? Это эмблема волонтеров Победы. У нас здесь изображен голубь, символ мира. Эта эмблема к нам пришла еще с волонтерского корпуса сопровождения 70-летия Победы, когда инициативу о создании волонтеров Победы поддержал наш президент Владимир Путин. И георгиевская лента – это тот символ, который мы носим вот уже пятый год. То есть, иными словами, вашей организации 5 лет? Да. Скажите, чем вы занимаетесь? Волонтеры Победы – это всероссийское общественное движение, которое занимается сохранением исторической памяти. Кроме того, в интерактивной форме мы пытаемся рассказать молодежи про историю, о главных событиях Великой Отечественной войны, не только Великой Отечественной, но и просто о достижениях наших современников, наших спортсменов, ученых, исследователей. Кроме того, конечно, мы заботимся о ветеранах. Это очень важное наше направление. Наши добровольцы приходят в гости к ветеранам Великой Отечественной, общаются с ними, а просто проводят вместе время, это очень важно. Мы благоустраиваем памятные места по Крыму, конечно, в том числе по всей России. Максим, расскажите, а в чем заключается конкретно помощь ветеранам? То есть, конечно, внимание – это обязательная часть, потому что прийти, поговорить, провести время. Ну, может быть, еще какая-то помощь? Чем помогаете? Если ветерану что-то нужно, помочь по дому, например, или куда-то сходить, что-то сделать, то, конечно, наши добровольцы не откажутся. Но чаще всего по опыту с этим хорошо справляются социальные службы, и на наших волонтеров вот возлагается ответственность пообщаться, провести время. Кроме того, у нас был запущен интересный проект всероссийский, он называется «Лица Победы». Суть в том, что это такая книга, в которой печатаются истории героев Великой Отечественной войны со всей страны. И вот наши крымские ветераны, несколько, тоже попали в это издание, и добровольцы вручали его, им дарили, ну, что, конечно, тоже очень приятно. Это большая память. Ветераны всегда встречают волонтеров Победы с огромным удовольствием. Скажите, много среди вас? Какой у вас штат волонтеров, назовем так? Штат волонтеров – это в основном молодежь. Есть у нас старшеклассники, есть студенты, есть работающая молодежь. Очень много в наших рядах учителей, что интересно. Не знаю, с чем это связано, но вот так вот получилось. Сколько человек, я имею в виду, участвуют в этой акции? В нашем движении по Крыму больше 2000 человек, но в этом году, в 75-летие Победы, мы, конечно, рассчитываем, что число наших добровольцев, по крайней мере, к маю возрастет буквально в разы. А что вы будете делать в этом году? То есть какая-то прям масштабная акция 9 мая? Что будет происходить? В этом году волонтеры Победы выступают с организаторами очень многих мероприятий Года памяти и славы. В Республике Крым, конечно, кроме традиционных акций, такие как георгиевская лента, красная гвоздика, мы будем проводить исторические квесты для молодежи. Это необычный интерактивный формат командной игры, когда участники, переходя от точки к точке, разбираются с заданиями и погружаются в какой-то исторический процесс. Ну и извлекают из этого новые знания. Кроме того, волонтеры Победы Крыма проведут 10 образовательных муниципальных школ для добровольцев, где мы подготовим корпус памяти и славы, корпус волонтерского сопровождения. Эти люди будут в своих городах, в том числе малых городах, селах, поселках, заниматься сопровождением бессмертного полка и помогать в соорганизации парадов Победы. А ближе к маю у нас пройдет один итоговый форум тим-лидеров волонтеров Победы Республики Крым, где мы окончательно подготовим добровольцев к празднованию 9 мая. Максим, скажите, я знаю, что в этом году активно будет осуществляться, ну, скажем, реставрация, ремонт памятников, которых довольно много на территории нашей страны, на территории полуострова. Какие-то ближайшие планы могли бы осветить? Волонтеры Победы, в принципе, и ранее, и в предыдущие годы занимались благоустройством памятных мест. Что касается конкретной реставрации, тут вопрос немножечко сложнее. Волонтеры могут прибраться, скосить траву, что-то побелить. Отреставрировать, к сожалению, или к счастью, возможно, даже мы не имеем права. Потому что есть памятные места, которые охраняются законом и являются памятниками наследия. Поэтому их реставрировать могут только специалисты. Но, тем не менее, мы уделяем особое внимание
внимание памятникам и делаем сильный акцент на тех мемориалах, которым физически тяжело дойти. Приведу пример. Летом прошлого года вместе с волонтерами Всероссийского форума «Таврида» мы, волонтеры Победы, прошли по Крымским горам, по местам партизанских стоянок и прибрали больше 10 памятников, ну, которым действительно просто тяжело пройти. Нужно потратить несколько часов в дороге. Этому мы будем уделять акценты в ближайший год. Максим, к сожалению, у нас осталась буквально минута. Я хотел вас попросить рассказать, как присоединиться к вашей команде. У волонтеров Победы есть сайт volontery.rf. Нужно зайти на него, заполнить небольшую заявку, там указать регион Республика Крым, и там же будут все наши мероприятия. Можно поучаствовать в нашем международном конкурсе «Послы Победы» или присоединиться к акции «Письмо памяти», которая вот-вот стартует. Спасибо большое, что вы пришли к нам в гости в такое раннее утро и поделились информацией. Я напоминаю, что в гостях у нас был Максим Покатаев, пресс-секретарь волонтеров Победы в Республике Крым.